другая музыка. Allah sana verecek. Падают на солнце, бежат и... И у нас есть уникальный способ, как приготовить оливки без да, соли. Да, да, есть. Тамама без видео, Сонра, YouTube. Так вот, я не договорил. Они падают на солнце и, знаешь, как-то вот они не становятся горькими со временем, потому что солнце как-то светит, попадает лучи солнца, и как колбаса с полями, но сыроедные. Нам нельзя, кушать колбасу, там нам плохо станет. А тут мы кушаем, как будто бы ее самую, плюс еще добавляем туда что-нибудь помидор самых вкусных, что там еще, авокадо, каких-то листьев салата, айсберг, да ладно. Получается очень полный. Это я сейчас пройду, мы пройду. Кто-то может быть скажет, что это, мы все пройду, да пройду. Но знаете, рецепты никто не отменял. Нашего друга. Вот. А возможно, он и наш тоже друг, ведь он на Риге идет. Сыни Наркадаш. Сыни Наркадаш на Риге. Бурда. А, Заим. Нашего друга зовут Ахмед. 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 Познакомьтесь. Нашего друга зовут Ахмед.
такое распространенное. Bize her yer Trabzon. Şimdi size ben video çektireceğim. Bize her yer Trabzon diyeceksiniz. Sen Trabzon'a mı? Trabzon benim. Yok, o Trabzon'a biz gitmiyor. Biz Gürcistan'dan gidiyoruz. Ben Trabzonluyum. Ne zaman? Çoktan mı? Çok oldu. Он çok, он сейчас ездит в город Трабзон, прямо оттуда, откуда мы приехали, это там 1000 с чем-то километров прямо до сюда. А на это же Йорксон, что возишь? Что возишь? Тенджере еще пьем. Короче, окна возят. Фабрика, фабрика. Ну, из фабрики. А на Рее гидьё, как это шьёт? Тенджере, тенджере, джан. Куда мы? На Рее? Трабзон, да, на Рее? Гледик, гледик, брас. Senin çalışma hoşuna gidiyor mu? Gidiyor. Kendimin. Ему нравится, это его. Ему нравится работа его. Патрон, патрон. İyi mi? İyi, kendimin. Benim, hepsi benim. Sen патрон. Патрон, he. Патрон. Benim. Он начальник сам себе. Возит окна там себе. 1000 километров в одну сторону, 1000 в другую. У него семья, 2 ребенка. И кичучу гвар. Мы только что фотограф картинки смотрели, его детей показывал, две девочки у него. Вообще турки, турки санларчок и сеньор лар чучукпа. Они очень, турки очень любят детей, они делают много детей, ну и правильно делают, что делают много. Вот дети это хорошо. Смотрите, мы здесь, и вон справа, и тут спереди, но мы как-то обгонимся. Анталия. Ага. Без оно, как сказать, вот этого слова не знаю еще. Мы там в Алании турецкий подучим, преподавателя нашли себе там, знаешь, репетитора. А, вот что хотел сказать. Я хотел поблагодарить нашего друга за то, что он нас подвозит. Ахмед, цена чок, ты же передарим по-быстрому. Да, и нерде идем, нерде. Элепе, ама, чок, ты же передарим. Я ты же передарим. Чунку без бурда, чунку бен видео я берем, чунку бен чок и бана чок и. Потому что я себя хорошо чувствую. Я за все это поблагодарил. Мы благодарим Вселенную за все это. Всегда благодарим. Благодарность это всегда она исходит. Вы только попробуйте кушать фрукты, овощи. Именно на очистившемся организме, когда рецепторы свободны, очищены. И это важно. Почему это важно, говорю? Потому что когда они очищены, взял виноградинку в роток, положил такую большую. Red Globe называется. Только что мы были на этой, на виноградной бахче, так сказать, на лозе. И она потекла, такая вставила там. А помидоры, знаете, как вставляют? Вы только попробуйте на соединение помидоры покушать. Это у... Нет, ну я не говорю про там гибридное, кемошное. Вот вы бабулю найдите там в Грузии, в Турции. Найдите бабулю, дедулю, вообще адекватного человека, который вообще помидоры из своих семян садит, семечко. Полис. Полис. Чек мэг, лазен дэль. Чек, 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 чек. Полис, проблему? Радар, йоу. Радар. Хыз. А, хыз, хыз. Короче, радар. Мы ехали с большой скоростью. Тут можно было ехать, а теперь нельзя с большой скоростью ехать. Но нам все равно хорошо. Мы просто едем, и все. И на чем ты остановился? На помидорах остановился. Ну, значит, выращиваем помидоры. Берем семечку из помидоры. Конечно же. И потом мы делаем так, чтобы она хорошая была, семечка. И на следующий год, конечно же, садим, получаем. Что? Снова помидоров. В общем, полис орда, полис орда. Полис орда, там полис, полис. Ну и вот получается, очень помидоры такие, как будто бы, знаете, помидоры, которые как будто бы закатаны из банки, вытащили вот такой из банки, такая сладенькая, соленая. А знаете почему? Потому что природный сахар, соль, что там есть, не знаю, всякие кислоты, микроэлементы, и все это в настоящих помидорах. Ну это что, кстати, помидор. Давайте я расскажу про авокадо. Авокадо это природный жир, который... Это просто невероятно. Ты можешь сказать что-нибудь про авокадо? Это очень невероятно, очень-очень вкусно. И вот мы едем, мы давно ели авокадо, наверное, полгода назад, да? Мы просто хотим снова попробовать, потому что всегда начинаешь кушать, и всегда как будто бы пробуешь первый раз. Это очень вкусно, это очень жирно. А я еще добавлю, что авокадо, мы сделаем такой, знаете, листья салата, айсберг,
это оливок накидать, можно накидать, знаете, вообще. И все это ложкой, ложку с собой взять. Мы деревянную, кстати, купили. У меня еще есть деревянная расческа. Я у него попросила, он не хотел. Вот. Мы вот за экологию. Вот скоро, может быть, на пакеты вот эти самые перейдем, на которые не целлофановые. Ведь надо же спасать планету, ребята. Надо спасать. Вот куда мы денемся. Мы сейчас все спрячемся, каждый в свою кору. А она еще. Допустим. Так давайте про авокадо. Авокадо это такой жирок. Я не знаю, вообще возьмите попробуйте. Просто съездите в Турцию, что я здесь буду распинаться про авокадо. Что еще? Апельсины, апельсины. Можно несколько дней на апельсином соке быть. Угу. Бурда. Биты. О, мы 50 километров в ар. Мы, наверное, приехали, 50 километров проехали. Чак ты шикер бери. И на Белирмин. Шинли. Бурда. Тамам, Белирмин. Угу. Все. Давайте, мы там сейчас в другую машину сядем, так продолжим. Дыре? Один. Вар, абе. Сейчас открою.